почему никто не работает? Может, карантин? А нет, вон работает, видишь, вон какие-то строители ходят. Я же сказал, мы по склонам ни по каким не полезем. Мы, если сможем, перейти вот туда вот. Вот. Туда, ну, на косу, вон. Вот туда, куда мы обычно ходили. Да. То мы туда перейдем, сходим. А не сможем, значит, не перейдем и не сходим. Да? Хорошие камни, да? Да, я так притянула какой-то птичкой. И... Птичкой-невеличкой? Вон та птичка, наверное. Но тут все-таки больше ворон. И везде как круто. Вороны! Не узнаешь этих мест? Только вот это вот все узнаю. А вот видишь, озерцо. Ага. Воды в этом году совсем мало. Не только в Суко, но и у нас здесь, в Омске. Смотри, ворона. Вон она сидит. Кар-кар-кар, да? Кар-кар-кар. Накаркай нам чего-нибудь, ворона. Да. И вот за долгие годы наших сюда походов, да, мы первый год здесь идем, чтобы здесь не было следов автомобилей. Автомобильные следы все смыты. Тут было ручей воды. Ручей, да. Автомобильные следы исчезли. Ух ты! А тут совсем следов нет. А лед стоит. Рыбаки присутствуют. Судоремонтный завод. Непонятно. Работает, не работает. Скорее всего, на карантине. Да, пожалуй, на карантине. Жарко? Угу, потому что тепло на улице. Тебе не жарко, плюс, плюс 5, наверное, где-то как минимум, а то и плюс 8. Вроде плюс 8 обещали. Ветерок, конечно, дует. Но тепло. А изменилось-то как? Ландшафт-то изменили. А вот здесь вот, похоже, прогрейдерили все. Я вот это не узнаю. Оно по-другому как-то все. Не так, как раньше. Пойдем сходим. Это бакины. Бакины. Нет, нет, нет. Здесь вот явно какие-то, может быть, конечно, это после снега тут что-то как-то изменилось, но по моим ощущениям здесь вот как минимум вот до этого угла поработал немножко трактор. Здесь уже не так заметно, но тем не менее. А может быть, это ветер поработал.
там-то точно трактор. А здесь, наверное, ветер. Хотя, брат, вот хотя очень... непонятно. Вы первые, кто сюда добрались? Ну нет, есть следы немножко. Чуть-чуть ходят, но в основном, конечно, через стройку сейчас теперь никто не идет. А другого пути сюда в это время года уже нет. Водичка потому что растаяла, рыбаки сюда не заходят. Только вот такие вот пешкодрапы, как мы. Будем спускаться. Куда? Туда. Вот сейчас вот до угла дойдем и, может, и спустимся. Водичка-то поднялась, по-моему. Уровень воды поднялся. Смотри, сколько налилось воды. Лед стоит. Лед стоит. А воды стало заметно больше. Ага. Вода к берегу подошла. Пойдем, что ли, туда? А как мы туда подойдем? Ты же видишь, у меня обувь неподходящая. Я туда пойти не могу точно. А я подходящая. Надо тогда вернуться вот туда вот назад чуть-чуть. И там, может быть, попробуем. Или вот, ну, здесь нечего делать. Пойдем вот к Картышу нам надо сюда, да? Попробуем там, на открытом. Ладно, у нас пока все. Куклафа. Кто-то с снежками бросается, а? Гуччи. Что за Гуччи тут у нас? Сейчас брошу прям в тебя. Да ты что? Ах ты, зараза. Морковная. Ах ты, морковная. Гага. Ох ты! Куклафа! Ой, да я тебя сейчас! Вон Гага пошла на Иртыш. Сейчас там где-нибудь искупается. Вот. Будет знать тогда. Да что такое? Сейчас я тебе дам. Ну ладно. Пользуешься тем, что я не могу туда пойти, да? Что ты в сапогах? Я тебе сейчас снежком-то прилеплю по лбу. Самый твердый снежок! Сейчас я тебе прилеплю снежком. Куклафа, куклафа, почему вы не... Или как там поет, я уж не помню. Кар-кар, кар-кар-кар. Каркуша? Мой-мой-мой! Удар! О! Ах ты! Давай! Да, вот он! Заразная зараза. Иди сюда. Иди сюда, Гага. Иди сюда. Как вот
я тебе сейчас! Ух ты! Колбасный выстрел, я тебе сейчас устрою выстрел колбасный. Я тебе сейчас устрою колбасный выстрел. Да я тебе сейчас колбасный выстрел устрою. Колбасный выстрел тебе устрою. Да что такое? Все, у меня все, финиш. Ой. Финиш, говорю. Прощальное слово. Пока, ну, ставьте пока. Лайк. Да? А может и нет, может еще будет съемка, да? Ага. Так что подписывайтесь на наш канал, да? Ага. Прямо сейчас или в конце этого ролика. Все, всем пока.